номер FCI, немецкая овчарка стандартная. Четвертой группы такса стандартная длинношерстная. Победитель пятой группы немецкий цвет шпиц. Победитель шестой группы бигль. Седьмой группы итальянский брак. Победитель восьмой группы американский кокер спаниель. Победитель девятой группы хаский абсорб. Победитель десятой группы русская псовая борзая. Thank you.
эксперт благодарит всех вас и прощается с вами. И только трое лучших сейчас вернутся на этот ринг снова. Внимание! Третий призер – Кэрри Блю-Терьер. Почета Кэрри Блю-Терьер, третий призер. Спасибо. Второй призер. Тибетский мастиф. Победитель выставки. Абсолютный победитель выставки «Каменный цветок» 2019 года – Лхасский Апсо. Лхасский Апсо. Перервайна лучшая собака выставки. Нашей с вами выставки «Каменный цветок» 2019 года. Мы приглашаем всех судей сделать красивое коллективное фото с хозяюшкой Медной горы и с нашими победителями.